фанфар! Не до фанфар! Не надо фанфар! Слабак, смотри. Некуда смотреть. Кишка тонка. Давай, давай! Жарь! Жарь! Она не вступит никогда. Так. Для вручения премии победителю в этой чудесной номинации, которая называется «Жанр опереты и мюзикла», в номинации музыкальных театров на сцену приглашается народный артист России Николай Мартон и народная актриса России Наталья Белецкая. Татьяна Белецкая, вы это в духе! Лучшая женская роль в оперетте и мюзикле. Лика Рула за роль Глории в спектакле «Голливудская дива» в постановке Корнелиуса Балтуса, музыкальный руководитель и дирижер Андрей Алексеев, театр музыкальной комедии. Наталья Диевская за роль Люси в спектакле «Джекил энд Хайд» в постановке Керо, музыкальный руководитель и дирижер Алексей Нефедов, театр музыкальной комедии. Агата Вавилова за роль горничной в спектакле «Голливудская дива» в постановке Корнелиуса Балтуса, музыкальный руководитель и дирижер Андрей Алексеев, театр музыкальной комедии. Валентина Косовульская за роль Леди Балачкова в спектакле «Голливудская дива» в постановке Корнелиуса Балтуса, музыкальный руководитель и дирижер Андрей Алексеев, театр музыкальной комедии. Опа.
Валентина Тясловская. Огромное спасибо. Я благодарю жюри этого прекрасного театрального праздника. Благодарю свой театр за то, что он мне дал такую возможность участвовать в этом празднике. И вот вспоминаю слова замечательного Булата Шалча Акуджава. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви и счастливые моменты. Я желаю вам себе, чтобы в нашей жизни как можно больше было этих счастливых моментов любви. И тогда у нас все будет хорошо. Акселя в спектакле «Голливудская дива» в постановке Корнелиуса Балтуса. Музыкальный руководитель и дирижер Андрей Алексеев, театр музыкальной комедии. Владимир Яковлев за роль Трафила в спектакле «Лето любви» в постановке Олега Левакова. Музыкальный руководитель Юрий Крылов, театр музыкальной комедии. Юра, ты что, с ума сошел? Ты с ума сошел? Все собрал. Кирилл Гордеев. Восхождение на этот Эверест, наверное, стоило мне огромное количество пота и крови, как в переносном, так и в прямом смысле этого слова. Безусловно, зайти на этот Эверест нельзя было без прекрасной команды. Поэтому, во-первых, спасибо огромное Юрию Алексеевичу Шварцкопу за организацию этого восхождения, прекрасному руководителю, режиссеру Гавру Николаевичу Керенекера, который поверил в меня, Алексею Валерьевичу Нефедову, дирижеру этого проекта, музыкальный руководитель. И, конечно, моим горячо любимым и самым дорогим коллегам по сцене. Ребята, спасибо огромное, я вас очень-очень люблю. Номинация «Лучший спектакль» в жанре оперетты и мюзикла. Джекил энд Хайд Фрэнка Уайлдхорна в постановке Киро, музыкальный руководитель и дирижер Алексей Нефедов, театр музыкальной комедии. «Лето любви» Лая Шамантай в постановке Олега Левакова, музыкальный руководитель Юрий Крылов, театр музыкальной комедии. Здорово. Правда, здорово.
Ну, естественно, это не шутки, как я понимаю, да? И, ну, если получилось нечто, то, конечно, благодаря таким массам музыкального театра, как Саша Байрон, Света Лугова, Володя Якорев, который здесь был, Валечка Косовуцкая, Женя Телещеев, ну, все же их знают, как не может с ними что-то не получиться. Володя Романовский, главный балетмейстер театра, Юра Крылов, стильные ретро-оркестровки, просто конфетки. А мэтр Слава Окунев, мэтр музыкального театра, с музея оперы и балета, сценография. Юрий Алексеевич, спасибо большое, что вы рисканули, вам непосредственно доверили, рисканули. Ну вот, это вот как ваше, наше. Спасибо большое. Номинация «Лучшая работа художника в музыкальном театре». Александр Орлов за сценографию спектакля «Пиковая дама», режиссер-постановщик Алексей Степанюк, музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев, Мариинский театр. Зиновий Марголин за сценографию спектакля «Up and Down», хореограф Борис Эйфман, академический театр балета под руководством Бориса Эйфмана. Александр Орлов! Спасибо им и спасибо за такую оценку.